Россия и Китай бросят вызов Boeing и Airbus в Шанхае. Страны договорились именно там собирать новый широкофюзеляжный самолет. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Работы уже ведутся. Первый полет состоится через 7 лет. А первые поставки еще 3 года спустя. Кроме того, Москва и Пекин на международной выставке Air Show China открыли другие карты. Планируют грандиозное сотрудничество. Например, создать совместный российско-китайский вертолет тяжелого класса.